Снегопады и работа управляющих компаний – центральные темы, которые обсудили на общегородском совещании с главой Химок Дмитрием Волошиным. В округе действует штаб для организации работы 1100 дворников и 280 единиц снегоуборочной техники. Каждые сутки из города вывозят 2000 кубов снега. По сообщениям синоптиков, такой зимы не было уже 80 лет. Я прошу предприятия, которые находятся с нами на связи, это абсолютно все объекты городской инфраструктуры, содержать качественно свою территорию, выводить дополнительно силы, нанимать дополнительно технику. Мы будем добавлять еще 80 единиц техники, как минимум 70-100 человек. Напоминаю, что площадь уборки, которую Химки должны убирать ежедневно, составляет 2,5 миллиона квадратных метров. На совещании отметили, что основные претензии химчан к уборке в городе вызваны недобросовестной работой управляющих компаний. Больше всего вопросов компании «Пик Комфорт», которая не убирает четверть своей территории. Администрация города уже устала сегодня говорить с руководством компании «Пик Комфорт», которая просто не слышит и не хочет сегодня убирать, а деньги с людей собирает. Тогда, наверное, пусть они выставляют счета. Я прошу, вызывайте директора еще раз, очередной раз, с ним говорить о том, что если он не начнет содержать нам Химки в тех требованиях, которые сегодня есть, собирая деньги с населения, не будет компания работать на территории города. Об этом уже говорят во всех инстанциях, но, видимо, они не слышат нас. Глава города дал распоряжение пригласить в администрацию всех директоров компании, которые не торопятся убирать свои дворы, а таких десятки. Чтобы они немедленно мобилизовались и в течение суток все-таки свои дворы убрали. Между тем, коммунальные службы уже закончили подготовку территории для проведения праздника Крещения Господня. Площадки для купания оборудованы на территории стадиона «Арена Химки», в парке «Эко-берег» в микрорайоне Левобережный, в парке имени Величко в Сходне и в Академии МЧС в Новогорске. Подготовлены палатки для переодевания, теплые и классические купели, чай и угощения. Всех наших уважаемых жителей мы приглашаем на крещенские купания и очень надеемся, что тот сервис, который мы постарались сделать, сегодня им все воспользуются и останутся довольны. Купания пройдут в ночь на 19 января с 23:30 до 3 часов ночи.